Конструкция, которая может быть в идеале такая. Молниеприемник металлический. Изолированная штанга, на которой он стоит. Дальше тык-отвод, который тоже изолирован на безопасное расстояние от объекта. А вот это защищаемый объект. И дальше, где-то далеко, заземлитель. Вот о такой конструкции надо говорить. И вот такую конструкцию надо было бы сделать, если понимать слово «изолированный молниеотвод», понимать абсолютно в буквальном смысле.